Первый шаг в пропаганде профилактики ВИЧ делают народные избранники. То, что регулярно сдавать анализ нужно, показывают на собственном примере. Депутаты шутят, чтобы эффективно решать проблемы жителей, требуется богатырское здоровье. Я лично раз в полгода сдаю анализы не только на наличие данного заболевания или инфекции, но вообще в целом. Ну, я уверен, что все будет все нормально, и мы своим примером хотим показать, что это не страшно сдавать кровь. На самом деле здесь созданы все условия, современное оборудование стоит, профессиональные врачи, это достаточно все быстро, эффективно. И результат анализа, как нам сказали, фактически будет на следующий день. Сегодня в регионе живут более 30 тысяч людей с ВИЧ, в лидерах Самары и Тольятти. За последние годы, благодаря работе специалистов Самарского спеццентра, количество впервые заболевших снизилось. Медики предупреждают, сегодня ВИЧ перестал быть участью наркоманов и легкомысленных женщин. Вирус часто диагностируют у семейных людей 30-40 лет. Эпидемия ВИЧ – это опасно. ВИЧ-инфекция – это тяжелое хроническое заболевание, абсолютно неизлечимое. И не нужно радоваться, что оно есть, и с этим жить возможно. Нужно сделать все, чтобы прекратить распространение ВИЧ-инфекций. Медики напоминают, путей передачи ВИЧ три – через кровь от матери к малышу и половой. Последним заражаются чаще всего. Чтобы не заболеть, в первую очередь важно соблюдать безопасность в интимной жизни. Если все-таки ВИЧ выявили, необходимо сразу же обратиться в СПИД-центр. Здесь пациентам обеспечат комплексный подход к лечению. Алина Чемери, Станислав Левин, События.